umma.ru. Достоверно об исламе. إن الله تعالى راضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. Я не специально, просто так получилось. Эти хадисы, они в какой-то степени пересекаются между собой, но тоже сахих. В данном случае пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Поистине Аллах, Бог Господь, радия ли хадзи л-умма аль-юсра». Поистине Аллах пожелал этой умме, то есть последователям заключительного Божьего посланника, доволен видеть, можно сказать, радия, как пожелал, либо, можно сказать, доволен видеть у них юср, легкость. «Вакерьиха ляха ля-уср» – «и не желает им трудностей». То есть Всевышний радия, то есть он доволен, да, для этой уммы, именно когда у них присутствует юстр, легкость. И не желая для них, для последователей заключительного Божьего посланника, трудность.